Если попытаться выразить это место всего одним словом, я бы назвал неизбежность. От боли суставы рвутся буквально наружу. Человек обливается потом, сверху для эффекта поливают водой. Здесь военная база и по совместительству одна из самых жестоких тюрем, так называемой ДНР. Официально она не существует. Неофициально в подвалах и камерах десятки людей. Изоляция. Улица Светлого пути 3.